Филети – технологические решения первичной мясопереработки. Подвесной трубчатый путь производства филети с несущей конструкцией предназначен для транспортировки и хранения туш, полутуш, четвертин и отрубов на троллях и крюках скольжения в цехах первичной переработки скота и холодильных камерах. Нагрузка на путь распределяется равномерно. Монтаж и крепление путей к несущим конструкциям осуществляется только на болтовых соединениях с применением крепления типа краб без применения сварных соединений, что обеспечивает целостность цинкового покрытия. Путевые трубы диаметром 60 и 48 мм стыкуются соединительными муфтами. Подвесной путь и конструкция выполнены полностью из горячей оцинкованной стали. Движение по пути осуществляется по поворотным стрелкам с ручным и пневматическим управлением. Телескопом производится стыковка путей для дальнейшей транспортировки туш. В зависимости от назначения мясоперерабатывающее производство комплектуется крюками различной модификации. Тормоз на подвесном пути производства филети предназначен для фиксации туш в определенном месте для выполнения различных технологических операций на линии убоя, как для крупного рогатого скота, так и для свиней. Тормоз монтируется непосредственно на конструкции трубчатого пути. Пневматический расширитель пути производства филети предназначен для облегчения работы на технологических операциях при нутровке и распиловке туш на универсальных линиях убоя. Расширитель монтируется непосредственно на конструкцию трубчатого пути. Управление пневматическое осуществляется с рабочего места оператора. Филети – технологические решения первичной мясопереработки.